Гвардейский проспект. Вот здесь он начинается от площади Победы и идет туда в сторону, скажем так, железнодорожного комплекса. Вот это мэрия Калининграда. Это торговый центр Европа. Это то, что построили на месте кинотеатра «Россия». Очень символично. Была Россия, стала Европа. Блин. Это Европа у нас. Так, цветочки. Пройдусь немного вдоль этого здания. Ну, солнце уже садится, поэтому тени тут не очень удачно ложатся. Я тут уже ходил, комментировал там, когда он и строился, тоже я тут ходил. Вот, уже надоело комментировать. Оливки. Интересно, они тут в широком диапазоне продаются или нет? Да? Обозначение Гвардейского проспекта. С этими гвардейскими ленточками. Там внизу-то такой овраг, в котором проложены железнодорожные пути, которые соединяют Южный вокзал и Северный. Так, Банк Санкт-Петербург. Ну, вот он уже тут давно, а сбоку там тоже какая-то контора. Собственно говоря, наверное, не важно, что это Банк Санкт-Петербург. Сейчас он есть, завтра его уже нет, глядишь. Главное, что дом такой симпатичный стоит. Вот. Сейчас мы выйдем на улицу, на перекресток Гвардейского проспекта, улицы Театральной. Вот на той стороне морской бизнес-центр. Вот, строили его достаточно долго, ну не знаю, может лет 5. Точнее, он как строился, потом как-то заморозилось строительство. Потом как-то вялое было строительство, но в конце концов его построили. Вот так неплохо смотрится, в общем-то. Здесь был пустырь. Вот он, перекресток. Сейчас мы по нему быстренько перейдем. Вот, ну, Янтарь Энерго, это типа одна из основных, что ли, энергетических компаний Калининградской области. Ну, морской бизнес-центр. Вот, ну, дальше снимать не буду.